Всем привет! Мы уже дома. Вчера приехали. Вот, сегодня, видите, какая у нас погода. Тепло, хорошо. И у меня сегодня день рождения. Сейчас готовлю кушать. Сейчас ждем гостей. Будем шашлык жарить и отмечать. Вот такой вот купили тортик. Ну, взяли небольшой. Чисто детям. Вот шашлык наш. Вот сейчас помешаю его. Маринуется. Это 72,5. Так, вот это вот у меня крабовый салат. А это, свекла с майонезом и чесноком. Вот сейчас буду нарезать такую вот, такое сало и с сыром. Та-дам! Папа, та-дам! Наши шашлычки! Как пахнет! Мария прыгает и трясется. Значит, это землетрясение. Настя, сзади к тебе кто-то повесился. Ничего не хотите маме сказать? Мы тоже папа сказали. Я уже сказал. Ну, скажи еще раз. Уже сказал. Вредный. Вот наш стол. Здесь суши заказали, салатик крабовый, грибочки, масли... как они? Маслята. Маслята. Еще и шашлык будет. Еще и говори кому. Да, масли это, да. Масли. Так он есть. Так, вот у нас мы поставили еще шашлык, картошку. Вот такой вот стол у нас получился. Они складываются. Давай.